Всем привет! Хочу немножко вам показать, что у нас здесь творится. Та-та-та! Последний раз вы видели квартиру чистенькую, убранную. Она и есть чистенькая, убранная. Но теперь она немножко заставлена. Видите, это диван. Там телевизор, здесь кровать. Там подматрасник. Я потихоньку еще подношу вещи. Вот видите, это матрас скрученный. Это подматрасник, коробка такая. Это кровать, спинка кровати. Тоже шторы повесила, тут уже шторы повесила. Ой, у нас на той стороне живет квартирант сейчас. Он попросил, чтобы было холодно. Короче, вот видите, здесь уже кровать стоит. Эта кровать у нас была. Мы ее сюда перенесли. Решили немножко сэкономить, не покупать кровать. Думали, еще одну кровать принесем. Но та кровать, которая у нас дома, мы поняли, что ее разбирать уже нельзя. Если уже раз разберешь, уже больше ее не соберется. А я все еще подношу. Что у меня еще? Я вспоминаю и подношу, как говорится. Тут себе мусорку уже притащила. Вот. Уже тут у меня почти все чистенько. Как почти все чистенько? Я имею в виду, все чистенько. Просто вот картинки повесила. Аплайенсы поставила. Это у меня было. Это новое. Все новое. И вот видите, уже стаканы стоят, чашки дала мне моя sister-in-law. Это сестра мужа. Я вечно не так говорю. И вспомнила. А вот, для салфеток принесла. Купила вчера салфетки. Где они? Вот, для салфеток. Крышку унитаза вчера купила. Сейчас надо будет поменять крышку унитаза. Тоже выбросить. Так. Здесь еще достирались, досушились. Постельная. Короче, на подушки все купила и на матрасы протекторы. На змейках должны быть по правилам протекторы, чтобы никакие букашки и таракашки не лазили. Вот такую купила еще пшикалку для стола вчера в мебельном магазине. Посмотрим, как будет выглядеть. Видите, он как-то матово выглядит, не блестит. Я полыш клинер такой купила. Попробуем, если он будет работать. Так. Да, это я в долларовом купила. Доллар 3 купила такие подстилочки. Видите, они стелятся на полке. У меня тут ножи лежат просто так. Я хочу постелить. Отлично, смотрите, как входит. Чтобы они мне не шарпали. Чтобы они мне не шарпали мои шкафчики. Два рулета купила. Рулона хватит, не хватит. Вот салфеточки будут стоять у меня. Вот сюда я поставлю. А, что тут? А, и купила сперва вот такие вот подставки прикольные. Красиво, мне нравится. Make memories along the way. Для под тарелки, под горячее на стол. А это вчера зашла. Я, кстати, думала, и хорошо, что я посмотрела. Видите, вот такие, которые подходят. Это называется coasters для горячего. Для горячего, чтобы можно было стакан поставить, чашку поставить, чтобы оно не плавилось, не оставляло следа. И что у меня здесь? А, и здесь все-таки мы ищем, и уже купили вот такую вот, как это, клеящую ленту. Ой. Клеящую ленту никак не можем придумать, что здесь такое сделать, чтобы залепить вот это. Начали брызгать, начало течь. Короче, хавайся. Купила вот такую вот ленту. Муж придет, попробует поклеить. Уже потихоньку обставила это. Вот. В каждой квартире
Обязательно бумага туалетная, стиральный порошок, мыло, туалет и мусорные пакеты. Вот, мусорка уже стоит у меня. Что у меня здесь? Я ничего не ставила. Здесь поставлю такой соль, перец, приправу. Здесь у меня тарелочки из того же набора. Вот такие, видите? Большие, маленькие. Такие глубокие тарелки. И одна побольше. Фильтры для кофе. Вот. Здесь у меня ножи. Здесь у меня терки, прихватки. Открывать вино. Здесь у меня полотенчики. Здесь тоже кухонные принадлежности, доски. Ножницы пригодятся. Здесь у меня кастрюли, противни, мисочки. Здесь у меня фольга, клеенка, зиппер. Я показывала, покупала. Так, здесь у меня ничего. Я все думала, влезет, не влезет. Все отлично влазит. Вот. Идеально будет сюда корзина для стирки. Как раз она не мешает. Вот такие у нас дела. Посмотрим, что я сегодня успею сделать. Муж потом поможет. Я говорю, сколько мы сюда с мужем вложим сердце, старания. Вот зеркало, кстати, он прибил. Часы, картина повесил. Вот. Это, кстати, стулья еще под столом. Надо будет открыть стулья. Влажим с мужем сердце, душу, как говорится, хотим, чтобы все было хорошо, чтобы кто у нас будет снимать эту квартиру, они наслаждались своим здесь нахождением, как говорится. О, уже забыла посмотреть, купила ручки, вот эти вот новые. Три ручки не было, везде здесь были. Видите, уже они стерлись немножко. Эти еще не сильно трогались, как говорится, не трогались вообще. Мне еще надо будет повесить. Опа, я даже не видела вот это цокнутое. Но ничего, это будет висеть. Это я не новое покупала на гаражке. На гараж-сейле покупала. Вот такие дела. Так что работаем, продолжаем. Короче, что я делаю? Собираю эти стулья. Вот этот стул уже собрала. Я уже не палец поранила. Тут такое торчали две скрепки металлические. В общем, идет стула. Идет вот это сиденье отдельно. И быльце, спинка с ножками этими. Перекручивается одним шурупом ножка. Ножка, спинка к седлу. Эти две прикручиваются ножка. Эти две прикручиваются ножка. Вот такой ключик идет в наборе. Вот набор. Вот инструкция. И потом прикручиваются ножки. И вот уже пальцы у меня болят. Надо каждый вот этот раз уперся. Раз. Уперся. Короче, я говорю, тут играться. Это я второй стул слаживаю, собираю. Еще. И еще четыре таких. Короче, получается два стула в коробке. Ну и вот я затащила под матрасик сюда. Вот такой у меня прогресс на данный момент. А, да. Что ж я? Я еще бокальчики помыла. Вон там уже красивые стоят. Вот, и то, что я говорила, перестелила. Видите, вот постелила. Ну, я до конца решила не стелить. Здесь перестелила. Здесь до конца перестелила. И здесь перестелила то, что может шкрябать. Вот такие дела. Что я скажу? Вот видите, попшикала. Не фонтан. Я не знаю, что за... Или стол уже так берется, или чем его надо покрывать. Наверное, лаком уже только... Чтобы он полностью новый был. Поблестел, как раньше. Ну, хорошо. А пишется, что полировать. Чистит и полирует. В общем, продолжаем работать. Так, открыла другой набор.
открыла другой набор и возьму с этого набора этот ключик новый. Потому что этот уже слезался немножко. Вот видите он. Вот, вытащила ключи. И вот каким макаром вставляются эти ножки. Я не хочу эти наклейки здесь иметь. Раз. Вот, вставляются ножки. Очень легко. Такие выемки идут для ножек. Называется «Собери сам». Вот. И все, теперь те же самые вот наживляю. Ну, чуть покороче, чем сюда и шли. Наживляю сколько могу, практически до конца. И потом уже буду ключом подтягивать до конца. Вот так идет процесс сборки стульев. Ура! Три стула собрано. Темно-коричневые. Я думала, что-то они посветлее, наверное, в магазине такие были. В общем, с каждым стулом все быстрее и быстрее получается. Сделала один вывод. Я, кто тоже собирает, не пережимайте ключ. А тоже пару раз треснула у меня под ключом. Но я не сильно, не то, что там я. А вот. Со всей дури. Теперь вот это, что я говорила. Спинка такая, видите? Вот идет спинка. Вот. И седло. Я уже без инструкции. Тут уже, как говорится, черным по белому. Легко понять, что к чему. Четвертый стул пошел. Продолжение следует. Если долго мучаться, что-нибудь получится. Все. Шесть стульев. Та-да-да-да-да-да. Пожалуйста. Только кто хочет беречь свои маникюрчики, видите? Вот. Это все сейчас помоется. Я уже один раз их мыла. Потому что все болты промасленные, смазанные мазутой. Фух. О, время 3:21. Я еще не обедала. Но еще хочу прикрутить крышку унитаза. Еще хочу прикрутить, поменять крышку унитаза, и можно идти кушать. Система прикручивания очень легкая. Становитесь на колени перед унитазом. Вот такие даются закруточки. Здесь очень легко поднимается. Это все уйдет в мусор. Я не использую по несколько раз. Так, под низом уже резьба съедена немножко. Ага. И вот там вот система откручивается снизу. Вот такой вот шуруп. Я его мыла, но, конечно, видите, со временем уже всякая гадость. Ну, я не поднимала. Обычно я когда мою унитаз, я поднимаю. Вот так вот. Такая система. Видите, крышка довольно-таки быстро снялась. Затекает здесь. О, как новенькая. Снизу протерли все. Это дезинфицирующая салфетка. Не просто для рук, а для поверхности. Тут все протерли. Мусор я не хочу здесь использовать пока. Я, как говорится, дотошный человек. Мне сдавать эту квартиру, я хочу, чтобы люди, которые жили в ней, были довольны. Кто-то мог бы сказать: отличная крышка, зачем ее менять? Привет. Но, как говорится, она уже пережила двух людей, которые здесь жили. И пластмасса. Это была деревянная крышка. Пластмассовая крышка все-таки практичнее. Вот, видите? Все. Ставится крышечка. Открываются вот эти заглушки, которые просто закрывают эти болты. Я думала, о, это такая сложная система. Но я вам скажу. Это уже не мой первый и не последний, наверное, унитаз. И все. Эти наверх
Все. Эти на низ прикрутили. Вот видите, вот эта штука, она помогает толкать. И закрыли сверху, и все. Так что, женщины дорогие, кто думает, это не женская работа, возможно, но можно все сделать, когда муж на работе делает одно, а тебе, ты можешь это сделать, почему бы и нет. Вот. Будьте чистенький новый унитазик, а? Красота. Но главное, главное, когда идете покупать крышку для унитаза, у меня же была такая ошибка. Смотрите, обратите внимание, у вас круглый унитаз или продолговатый. Потому что есть продолговатые унитазы, а есть круглые. И потому, соответственно, нужна крышка. Все, вот такой инструмент у меня. Не для женской сумочки, но я ношу с собой. Взяла в банке. Отвертки разные. Вот. Все, выровняли руками, подтянули, чистенький, новенький, крышечка, красота. Так, оставляю квартиру в таком порядке, беспорядке. От работы кони дохнут, и Таня еще не ела. Берем крышку унитаза, выбрасываем мусор. Моя машина постоит. Мы настолько близко живем, кстати, вот это бывшая церковь. Я же как-то показывала, моя сотрудница купила ее. Они там жили, но потом очень дорого, говорит, стала платить. Ой, услуги. Вот этот дом снаружи. Два окна, которых в зале. Подвал нежилой. Хотя потенциально можно жить, там и душ стоит. И кухня уже начала делать. Брат моего мужа покойный. Ой, хоть бы дно не треснуло. Это наш Airbnb, который активный. Я вам тоже показывала, я его убирала. Дети со школы идут. Погода сегодня прекрасная. И решила сейчас пройтись пешком. Сейчас быстро перекус сделаю. О, покосили. Это тоже заросло здесь. Тут русские тоже купили дом. Что хотела сказать. Погода сегодня прекрасная. Муж обещал вечерком на рыбалочку. Не знаю, когда это будет вечером. Сейчас у нас 3:30 уже. То это. Перекушу хлопья быстро. Хочу быстрый перекус сделать. И этот. И прийти опять еще хотя бы что-то пошуршать, пооткрывать, поразбирать. Может быть, что-то и сложу. Вот. Это такой алый. Называется аллейка сзади. Вот тут там русские купили. Там, ну, там никто не живет. Здесь живут тоже русские, славяне. В общем, тут везде американцы. Очень удобно. Как говорится, на расстоянии вытянутой руки. Ой, чуть не подвихнула ногу. В общем, спасибо тех, кто смотрите мой канал. Мне очень приятно. Всегда приятно, когда подписчики есть. Вот часто так бывает. Вот, например, у меня было 539 подписчиков, потом 540. Потом опять 539. Ну, так было там 124, потом 125. Потом опять 124. Потом 123 опять. Знаете, когда люди некоторые подписываются, бывает, отписываются. Я мужу говорю, знаешь, сколько у меня же подписчиков? Делюсь я тоже. Он такой, сколько? Я говорю, ну было 124, а потом 125. А потом опять 124. Он говорит, это я, говорит, подписываюсь, потом отписываюсь, говорит. Ой, смеялась. Я говорю, ну что ж ты, говорю, отписываешься? Шутит. На горку иду, то немножко запыхаться можно. Ха, вот этот дом стоит. Муж с женой развелись. Никак не могут его поделить. Это по словам нашего другого соседа. И не продают. Как-то стояло объявление с его телефоном. Я звонила. Он, конечно, ни разу бы не поднял. Но этот сосед возле нас говорит, я хочу эту купить дом. Я только бы ради гаража, ради территории. Ну да, хорошо, когда можно рядом. Пацаны грушу повешали.
Не пацаны тут здоровые же. Парни, мужики. Хорошо, когда рядом можно участок купить. Или машину, и технику можно поставить, и трейлера. Вот я уже и дошла. Никого дома нет. Мои курочки ку-ку-ку. Моя ромашка цветет красиво. Что вы тут? Ку-ку-ку. Уже почти пустые миски. Воду мутят. Каждый день наливаю свежую воду. Не, они лапами залазят. Вон траву папскую были. Шо? Рыжие молодые, более враждебные. Хватают за ноги, клюются. А эти постарше, посмирнее. Уже немножко вырисовываются. Как эти? Уже немножко догоняют. Малые догоняют взрослых. Вот. Ну хорошо, сейчас покушаю. И опять на квартиру. Пришла домой. Рассказываю вам, что ж, буду сейчас хлопья кушать. Почту проверяю. А тут еще распаковка будет. Мне кажется, я этот почерк узнаю. Да, это моя подружка. Оля, ты зачем мне шлешь подалки? Уже ж ты меня целовала, подалки. Сейчас еще будет распаковка, да? Уже говорил. Аккуратненько отрезала, чтобы не порезать содержимое. Так, тут ничего нет. А тут... Так, конфеты, Trader Joe's. Вот я люблю молочный шоколад. Вот спасибо, подружка, угодила. Так, еще что-то твердое. Так, вытаскиваем. Ты же мне уже, дорогая, дарила подарки. Что ж ты? Вау! Кстати, это вкусное. Это не марципан? Milk and Dark Chocolate. Я когда-то такое ела давно-давно. Класс. Это Happy Fall, y'all. Это осеннее такое. Классно. Спасибо большое, дорогая. Так, а тут пуговка. Прикольное платьечко осеннее. Так. Надо будет потом померить. Что-то мне уже кажется, что я в него не влезу. Наверное, от хорошей жизни я поправилась. Но я померяю. Как раз такая осенняя тема. Спасибо большое, подружка Оля. Пусть вот так вот красота лежит. Муж придет и посмотрит, что мне подружка прислала. Вау, спасибо. Вот, кому интересно, показываю, какие я хлопья ем. Самые обычные. Какие-то купила натуральные, но у меня уже коробки нет от него. А мой муж любит вот такие. Изюм. И такие, как цельнозерновые. Для сердца хорошие. Вот, они не сладкие, там изюм сладость дает. И молоко мы пьем вот такое вот. 2% молоко. Я, конечно, люблю пожирнее. Тут и так молоко разбавленное. Но муж говорит, не надо жирное покупать. Обычное, 2%. Есть вообще 1%, есть 0%. Но это тоже нормально. Я не привередливая к молоку. Так что тарелки еще мокрые. Вижу, что только что приходил мой муж. Я обедал с племянником. Всем приятного аппетита. Вырвала курям большое бодыль от травы. Все, будет им чем заняться. Зерна насыпала. Можно идти назад. Он как позарастал. Вот тут повырывала. После дождя зима мокрая. О, видите?
Вот это такое толстое. Так его не вырвешь, когда оно сухое. Все, с горочки уже легче будет. Итак, дорогие зрители нашего YouTube-канала Life in Iowa State, жизнь в штате Айова. Подытожим мой день. Диван. Я его еще не соединяла. Оказывается, две подушки было, а я купила 4 подушки еще. Ну ладно, то всегда можно куда-то положить, даже на диваны. Этот диван имеет ножки. Я не знаю, надо подумать, будем ли мы эти пластмассовые ножки ставить, потому что они, ну прям пластмассовые, будут шкрябать пол. И я не уверена, если будем ставить. То еще телевизор, тумбочка сложить. Вот уже стол развернула, стульчики поставила. Этот матрас пойдет на ту сторону, потому его не открываем. Куча мусора. И начала собирать кровать. Еще одну. И думаю, на сегодня пока все. Вот там что-то муж на рыбалку обещал, что-то молчит. Надо будет сейчас к нему поехать. Он там ссадину продолжает делать. И больше всего куча мусора. Ось, это, конечно, парить будем. Это сейчас кину мусор и выкачу, так как завтра забирают мусор. Ну все, всем пока-пока. Спасибо большое, что смотрите. Задайте вопросы, очень приятно. И до новых встреч. Будем продолжать снимать видео. Уже я буду показывать прогрессы дальше по квартире этой. Как будет все собрано, как будет все обставлено. Заказала сегодня, кстати, 4 тумбочки. По бокам кровати будет стоять под тумбочка. Тумбочка, и в той комнате тоже тумбочка. Ну все, пока-пока.